Совершенно порочная практика. Именно так глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал желание женщин сначала строить карьеру, а потом рожать детей. По его мнению, это в корне неверно, и чем раньше женщина родит, тем для нее будет лучше. Поэтому к материнству девушек надо готовить со школьной скамьи. В своем стремлении превратить российских женщин в инкубаторы, Минздрав под руководством Мурашко разработал законопроект, точнее, прошу прощения, проект приказа по контролю за препаратами для медикаментозного аборта. Их переведут на количественный учет в медицинских и фармацевтических организациях. А еще Минздрав хочет запретить аборты в частных клиниках. По моим ощущениям, все это идет к тому, что в России полностью запретят прерывание беременности по желанию женщины. На примере СССР известно, к чему такое решение может привести. Бизнес подпольных абортов будет процветать, и женщины будут калечить свое здоровье или даже умирать.